Неплохо. Как играть, тяжеловато было. Это первый период, конечно, прям с Локомотивом, казалось, даже было, нагружали сильно. Я не знаю, с стороны виднее. Команда здорово отыгралась, но падение большинство реализовали, и в обороне пахали. Но вы несколько раз спросили, когда подставляли клюшки, там такие моменты были, не перекрывали. А вот гол, который Кадейкин забил, там перекрыл? Да, Науменко перекрыл? Там, по-моему, рикошет был. Там попало в игрока, то ли нашего, то ли кого, и поменял его. Как вам встреча с бывшим главным тренером команды? Была какая-нибудь такая подоплёка? Нет, но все понимали, что 3 года работали вместе. Я думаю, у каждого, кто бы что ни говорил, было желание показать. Но тоже старался не думать об этом, чтобы не затмевало голову. А судница-то был какой-то реванш такой, реваншистское настроение? Да нет, не думал даже об этом. Об этом точно не думал. Ну как, серия там, плей-офф там? Нет, это история. Ну всегда все история. Понятно. Как у вас внутри нотария работает с Константином Власовым? Ну, работа идет плодотворно и над профессиональными качествами, и над личностями. За шестеркой следите там?